Всем здорово, с вами Рокут, я продолжаю играть в Чел Ферму 2. Погнали. 30 мяса. 10 тысяч рублей будет. И то я могу сейчас это еще не купить. Ой, хрустнул, что-то ноги. Как-то, короче, так. Тут с мясом, честно. Ну, мне тут не вмещается только. Ну, еще одну фигню купить. Да. Его. Не могу. Могу тебе сменю. 620. 2. Угу. Раз, два. Сюда. Сейчас хочу посуду купить. Два спидроним. Раз. Ай, мишки Фредди. Я ты их сначала понял. Ну тут 40. Два. Мне еще надо 3 ряда. Ладно, 22. Сейчас он может там 3 какой-то там сделается. Раз. Да я не хотел один. Два. Главное не перепорочить. На сколько у меня три уши должно быть? Да. Здесь я, чтобы не леди были, чтобы не перевали. Раз, два. Три. Нет, 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 нет. Тысяч 240. Неплохо. Раз. Здесь выбрал. Два. Три. Угу. Раз. Два. Три. Окей. Сюда. Ну куда же мишки Фредди? Сейчас, на них может вместе с медведями продам. Мышки. Ух, я не понял. 1620. Угу. Мне лед показался. Вил лед. Не помню такой фабрики. Я помню, что у меня фабрика. Этот. Три, два. Три. Давай. Серебро, как обычно. 400, угу. Не, ну хватает. Что на то, что на то.
Так, погнали. Фу-фу-фу-фу, нормальная комиссия. Четыре. То есть мне надо уже жить. Сорян, свинку эту, курицу. Ну, типа, да-да-да, я в курсе, но мне надо, то есть там 4. Потом яичко мечается. 3. А я думаю, сейчас я там для. Ну, во-первых, я бы улучшил вот эту хрень и вот эту хрень. Да-да-да, я вижу. Да что ты не видишь, мешок Фрей? Да пипец, алё, слишком дорого сегодня, слишком долго. Не мой сон, короче сказать. И опять неровный часов, похоже, положил. 500 надо, короче. Всё. Да блин, не успевайтесь, я не успеваю, я даже не знаю, как мне очень. Они мне ещё это предлагают. Колоть. Сюда, сюда. Да я просто на этом не успеваю. Не обращайте внимания. Раз. 5500. Нормальный ход. 3300, 350, 400. Ага. Да. Слышал, сам ты гнида. Ну не смешно. Надо будет фабрику улучшать. Надо кого-нибудь слушать. Так, ну купить 10 фигнюшек. А кто меня вначале не обозвал? Ну это что-то не смешно. Не смешно вообще ни капли. Так, давай. Забираем. Блин, опять эти ниги, фети гребаные. Так вы говнюки ж. Блин, принеси эти бульдочки. Да, я не могу. Мне не 1000 кнопок. Убил мою свинью, но вы видели. Да хоть знаешь, как эти свиньи тяжело добываются. Мне говорят, я не успел просто эту свинью улучшить. Я ее улучшать. Так, мясо, медведи и еще блинчиков. Так, сюда. Козел. Нет. Так.
50. Ладно, мне там самого 50. Блин, козявка. И весь. Я думаю, что это, конечно, сюда не пойдем дается. Но я должен был заметить. Это же нет, блядь. Все. Чекаем, все, конечно, сходы будут от глины. Где-то машина. Думаю, это мало стало. Боже мой, это тяжело. Любимый. Не, там часть, кстати. Вам уже длина. Ты кому это? Не, надо, короче, либо склад. Не, я думаю, лучше машину. Что, блин, с этим всем очень сильно тяжело. За кадром купить на машину. Нет, у меня блинов. Слава богу. Че у меня две курицы? Точнее, даже три. Три курицы, а че у меня? У них должно быть пять что-то. Я сейчас на корову тупо накопил, продавая одни и те же продукты. А, да, еще надо что-то купить. Как же, да. О. А я знаю, как эту корову, мы если ее даже продавали за 5000 рублей. Мешков похоронили, скажем так. Да ладно, там чуть-чуть не добежал, не хватает смертельная болезнь. Знаешь, что типа ты? Не какой. Так, сюда. Хорошо. Изи. Машина от схем. Сейчас сколько у меня? Машина, мне похер. Всем пока.